До свидания, школа. Более 18 тысяч выпускников школ сегодня и завтра скажут эти слова. В республике проходят последние звонки. Наша съемочная группа побывала в столичной школе номер 2. Эти 11 лет очень быстро пролетели, и очень много меня научили. Здесь я встретила своих лучших друзей. Для 38 выпускников средней школы номер 2 сегодня прозвенел последний звонок. Всего же в столице 6,5 тысяч школьников прощаются с учебными заведениями. Из них 2,5 тысячи – одиннадцатиклассники. По традиции старших поздравили малыши. А затем звук традиционного колокольчика известил выпускников о том, что теперь перед ними открыты все дороги. В этот прекрасный весенний день хочу вас поздравить с окончанием учебного года, выпускникам пожелать успешной сдачи экзаменов здесь, в школе своей родной, поступить в хорошие вузы и шагать дальше по жизни, радовать своих родителей, чтобы школа гордилась за вас, чтобы вспоминали вас учителя. Это прекрасное время для выпускников, которое называется школьными годами. Для вас оно завершается. Но я надеюсь, что память, любовь к своему учебному заведению, к своим учителям вы понесете через всю жизнь. Уже в понедельник начнутся первые выпускные экзамены, которые в этом году пройдут с беспрецедентными мерами контроля. А 23 и 24 мая в Чувашии запрещена торговля спиртным. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков. Республика.